Всем привет, дорогие друзья, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами играть в Tomb Raider. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Присоединиться к роту. Черт возьми. Черт возьми. Вот что это такое, а? Мрази. Все? Как обычно. Черт возьми, вот что это за фигня-то, а? Все-таки-то в этой игре. Ну-ка, давай еще раз. Ага, хрен. Да блин, вот приседает, когда не нужно. Да сдохни ты, тварина! Пипец! Эй, скотина! Скотина, еще и раз скотина! Мразина! Вот что я могу сказать. Ну ладно, сейчас ты ответишь, мразь, за все свои выходки. Давайте домик повалим, почему бы и нет. Вот так вот. Скотобаза. Окей. Пипец, сколько мы стрел в него всадили, ребят, и еще он не сдох. Это, конечно, жестко. Это мой путь наверх. Че, допрыгнем? Лучше потянуть, да? Что, здесь ничего нет, что ли? Хорошее место, чтобы зацепиться. Да, прекрасное. Блин, какая она сильная, а? Мне кажется, так хрен вырвешь. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй. Мы найдем другой способ. Дэй, мэйдэй, мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 177. А, Джессоп. Прием, прием! Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда... нужно чем-то пожертвовать, Лара.
ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Черт, это будет долгий путь. Что, ублюдку валить будем, что ли? Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Ладно, я так и сделаю. Что за черт? Что? Ты меня не видел. Тебе показалось, братан. Тебе охренеть как показалось. Вот теперь вы будете спать спокойно. Блин, зайчик-побегайчик-то. Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмана? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Блин, сколько тут зайчишек-то, а? Черт, это будет жестко сейчас. Под таким наклоном-то. О, уже тяжело тебе стало, да? Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Ладно, идем. А что ты первое сделаешь, если мы отсюда смотаемся? Нормально, пожру. Черт. Это да. А что пожрешь? Гамбургер. Помогите мне! Пипец, 4 стрелы. Охренеть. Что, никого не сагрили, нормально все. Что, давайте подпалим. Главное, чтобы волков тут не было. А то будет печаль-беда. Что здесь? Может, интересное что-то найдем? Ого. Еще один скелет. Вазочки какие-то тут лежат. Случаем не золотые ли? Не думаю, чтобы золото так лежало. Просто никто его не взял. Так, смотрите, гробница какая-то. Так, оригинальный лук, модельное оружие, замодельный лук, предыдущие модификации. К
Классно. Так, по бабкам у нас 169. Да, не хватает, 250. Ну и ладно. Когда-то это было частью ремонта. Понесло. Есть! Фух! Слава богу! Так, шикарно. Красиво. Может, это была часть большого комплекса? Блин, действительно круто тут. Песочек так сыпется. Охренеть. Ёперный хит. Сколько тут золотишка-то, а? Ух ты. Молодец. Чё ж ты так мало взяла-то, а? Блин, я не понял, тут... Тут же много золота, бери в карман и пихай. Мы можем прокачать на всю вот эту вот хрень. Все оружие можем прокачать. Черт возьми, она не хочет, ребят, охренеть. Да блин, назад надо возвращаться. Здесь нигде не пройти. Потом прокачаем. Сейчас никак. Да блин, быстрей. Чур, здесь она еще будет ползти медленно. Да ни хрена себе место-то. Слава богу. Так. Ага, нам туда, да? Ну тогда нам туда. Да вон, вон, блин, цепляй ты. Черт. Чё ж ты творишь-то? Ладно, фиг с ним, не полезем туда. А, все-таки придется лезть. Сегодня... Так, спасибо. Так, и здесь вкусняшка. Пришло время. Пришло время и ушло. Надо туда добраться. Тут охренеть колбасит, конечно, ветром. О, черт.
Пипец. Не долезла, чуть-чуть осталось там. Да ушел, походу, он. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасно лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Так, смотрите, как костерчик есть тут. Можем прокачать что-нибудь. Так, сурмастер выживания. Охотник, боец. Недолго выводить противника из строя, кидая в них камни и землю. О, давайте. Давайте возьмем. Так, и снаряжение. О, кстати, мы можем что-то прокачать интересное. Ну-ка. Это 300. Давайте двойной магазин. Так, а ну что на пистолетом? Но на остальное уже, к сожалению, не хватит. Да. Черт, тут так темно. Черт, сколько тут ценностей. Все, ценности закончились. Ладно, ребят, мы на этом закончим. Не забывайте поставить лайк. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.